По правде сказать, друзья, на Мазерати мы не собирались. И Альфа Ромео не собирались. Ну так уже, поскольку мы подъехали к дилершипу Мерседес, а эти ребята вот рядом стоят. Это у нас Альфа Ромео, Ромео, как у нас говорят. Но Альфа Ромео ненадежная машина. Почему? Европейская, вполне приличная, Света. Почему ты так думаешь? Вот и даешь. Кто ж тебе сказал? Да, ну давай зайдем вовнутрь. Давай зайдем. Да, значит, ну там стоит здоровенная такая Мазерати. Здоровенная Мазерати, она нам ну никак не подходит. Вот. А вот это вот Альфа Ромео, ну, я не знаю, она открыта, не открыта. Свет, по размеру я бы сказал, что она ничего. Правда? Она закрыта, а как он нам? Она закрыта. Я не знаю, как он предлагает. Надо глянуть. Смотрите на нее. А как смотреть? Такая аскетичная, в принципе. Да. О, вот он открыл ее. А, он открыл. Окей. Издалека открыл. Окей. Ну, давай я сяду. Зайка, подержи. Подожди, я с той стороны. Давай. Окей. I would say looks nice. Can we drive it for a couple of minutes or? For driving, we would have to do appointments. Oh, okay. Do you have an appointment today? No, we didn't schedule any. We just stopped by. We were driving along. Yeah. I can set appointment for tomorrow. The earliest we have is 1 p.m. If you want to drive the car. Довольно мило там внутри. Я, конечно, ничего не знаю ни про надежность, ни про там всякие другие дела, потому что как бы Альфа Ромео, я, честно, не знаю, насколько надежная машина. Чисто вот так, чисто внутри, по таким персональным соображениям, там очень мило. So, can we open it? Yeah. Yes. You can remote, you can press it. Ага. Uh-huh. Okay, so or it just... Or you can use the key. Okay, so it goes... Mm-hmm. Yeah, it's fine. It's perfectly fine. And you can also put the seats back, too. From here, yeah? Uh-huh. So you press that. Uh-huh. So you unlock from there and you still have to go there. Okay. Ну что, интересно. В том, что она такая здоровенная, и, наверное, я не знаю, сколько цилиндров, у нее 6, наверное, как минимум. Наверное, 6, да. Так она, что? Нет ощущения, что она просторная очень. Нет. Она как Lexus прям. Ну, закрой дверь. Она чуть-чуть побольше, мне кажется, Lexus, чуть-чуть. Ну, в общем, да, вот эта часть между нами, смотри, вот эта часть, она какое-то пространство забирает. Она тоже Lexus, тоже такая. Ну, вот можно руку положить, так она удобна. Рука, руль. В этом смысле довольно удобно. Ну, хорошо.